Прохождение транспортным средством техосмотра – миссия ответственная. Несмотря на новые требования, которые вступают в силу уже в ноябре, неизменным остается обязательное наличие страхового свидетельства. Именно этот документ защищает имущество, жизнь и здоровье других участников дорожного движения от вреда, причиненного по вине автовладельца-держателя полиса. Без этого документа в талоне не будет поставлен штамп о прохождении техосмотра, и, как следствие, автовладелец не будет допущен к участию в дорожном движении. Есть определенная категория участников дорожного движения – автовладельцев, которые не покупают договор обязательного страхования, рассчитывая на то, что они не попадут в дорожно-транспортное происшествие. Но, как показывает у нас статистика, с начала года сотрудниками госавтоинспекции выявлено 2350 таких нарушений. Если вы становитесь участником дорожно-транспортного происшествия и у вас отсутствует договор обязательного страхования, ответственность уже увеличится. То есть в отношении вас будет составлен административный материал, и вы получите штраф 10 базовых величин. С 1 по 10 октября на территории Брестской области проводятся профилактические мероприятия под условным названием «Страховой полис», в ходе которых сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей транспортных средств наличие действующего договора страхования. О важности страхового полиса водители знают не понаслышке. Бывают разные случаи на дороге. Как бы не факт, что ты куда-то въедешь, но в тебя могут въехать, поэтому как бы я считаю, что важно такой документ всегда иметь при себе. Вы всегда оформляете? Ну, конечно. Срок отслеживаем и оформляем. Вообще необходим, наверное, на разные случаи. Особенно за рулем, особенно в автомобиле, особенно на дорогах наших. Вы выполняете всегда наличие документов? Конечно. Всегда выполняю, законопослушные водители. Небольшая оплошность на дороге может закончиться необратимыми последствиями как для владельца авто, так и для других участников дорожного движения. Потому наличие страхового полиса – обязанность, а не предупредительная мера. Напомним, что эксплуатация транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности влечет штраф в размере 5 базовых величин. Акцентируем, с сегодняшнего дня базовая величина составляет 130 тысяч рублей, а значит ущерб, который вы нанесете собственному карману, составит 650 тысяч. Подумайте.